Добрый день, дорогие ребята, уважаемые приглашенные. Сегодня в этом прекрасном зале проходит уже традиционная спортивно-патриотическая игра «Орлёв». От имени главы Жирновского муниципального района от всей души поздравляю с очередной игрой. Могу сказать, что администрация района, главой администрации района и профильными комитетами уделяется огромное внимание развитию патриотического воспитания молодежи, молодежной политики. И могу вас заверить, что это направление является одним из приоритетных деятельности администрации района. В этот день хочу пожелать всем командам успехов, удачи и пускай победит сильнейший. Спасибо. Им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать, то прямо к солнцу в пламень алый, то камнем падая на скалы. И начиная жизнь опять, орлята учатся летать. Не просто спорить с высотой, еще труднее быть непримиримым. Но жизнь не зря самой борьбой, и рано натрубить отбой. Ой, 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 орлята учатся летать. А где-то в гнездах шепчут птицы, что так недолго и разбиться, что вряд ли стоит рисковать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать. Дали почти неразличимы года, как горные вершины, а их не так-то просто взять. Орлята учатся летать, не просто спорить с высотой, еще труднее быть непримиримым. Но жизнь не зря стал борьбой, и рано нам трубить отбой. Ой, ой, орлята учатся летать. Будут тревожные горы, что завтра злее будут шторы. Ну что же нам не привыкать? Орлята учатся летать, орлята учатся летать. Они сумеют встретить горы, поднять на сильных крыльях зори, не умирать, а побеждать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать. Thank you.
Дорогие ребята, вот и закончился очередной, так сказать, этап военно-патриотической игры «Орленок». Закончили все с хорошими показателями. И я думаю, что в числе стоящих сегодня проигравших нет. Вы внесли хоть маленькую, но толику в развитие военно-патриотического движения в России. Это самое главное. Вы настоящие патриоты России. Многие из вас будут работать в том числе и на должностях военных учреждений в российской армии. Я уверен, что вы будете такие высокие показатели показывать и в учебе, и в дисциплине, и в других вопросах. Я поздравляю всех с окончанием и с началом новой подготовки к новой игре военно-спортивной «Орленок», которая состоится в следующем году. Вы все сделаете выводы, свои ошибки оцените и подготовитесь еще лучше. Спасибо вам всем за участие. Номер один. Первое место, первое, три первых места, одно второе. Очень сильное выступление было. Потом Красный Яр. Один смотрим. Где он есть? Вот Красный Яр один. А у них, видишь, всего одно первое место. Но в итоге успешное, видишь, выступление во всех, такое ровное выступление. И в итоге позволило им занять первое место. Вторых место. Ну, некоторые провалы, особенно вот у первой школы, вот десятое место. Их 10-8 место и отбросил на третье место. А Красный Яр один, видишь, ровненько везде. Во всех видах были подготовлены.